Ангард! Але! Да, у Даниэля, конечно, видна техника поставленная, когда меч берется двумя руками. Но в этот момент надо идти вперед и валить своего противника. Но валить у нас нельзя. Только клинком можно бить, поэтому приходится перестраиваться. Наплечничек надо подзастегнуть. Арите! Что-то сломалось у кого-то из рыцарей. Никто не признается. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пеший турнир закончен. Уважаемые... Что? Да, если у кого-то еще желание, кто хочет сражаться, мы вам даем ресталище маршалов. Суд прекрасных дам, и вы можете провести между собой договорные поединки.